Свой небольшой кинотеатр, вернее кинолектории, в преддверии нового учебного года организовали сотрудники ГИБДД столицы. Для младших школьников инспекторы приготовили мультфильмы по ПДД для пешеходов, также о светофорах и светоотражающих элементах. А для тех, кто постарше, про правила для велосипедистов, роллеров и дорожные ловушки. Для родителей о необходимости использовать автокресло при перевозке детей и световозвращающие элементы в темное время суток. Для родителей сотрудники ГИБДД разработали подробные методички, с помощью которых можно с ребенком до начала учебного года повторить все необходимые правила, чтобы 1 сентября во всеоружии со знаниями по безопасности на дорогах дети могли отправиться в школу.